Всем привет, друзья, канал Мусалим. В работе у нас Peugeot 3008. Автомобиль приехал к нам сделать. Жидкие подкрылки. Показываем готовую переднюю обработанную арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатором. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колесо. Ну а пока ждем, мы общаемся с владельцем данного автомобиля. Предложили проклеить штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Толщина 7 мм. Называется он блокшот. Владелец согласился, пока сохнет полимер, мы работаем с подкрылками. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!